Подошел для меня барашек и трется. Хочет, чтобы его почухали. Видите, какой балдеж, а? У барана. Ласку любит. Представляете? Вот мне приходится вот с ними вот так вот возиться. Любовь свою проявлять к ним. А потом в один прекрасный момент нужно будет как-то вести на убой, да? Самому же. Не всех, конечно, но некоторых. Вот еще один пришел. Вот как? Как с ними? Как? Как можно с ними не дружить вот тогда? Это животные. Люди само по собой не такие дружелюбные, как эти. Да. Ну, как-то так. Опять трет. А что это такое? Да, ну, желательно, конечно, выбраковывать овец. Очень много мне тоже них было. Как нету сарая большого, держать негде, и выгула нету загороженного пока нет. Надо выбраковывать овец, баранчиков молодых. Потому что этих двоих хватит мне головой. Что еще такое? Трутся и трутся. Вот как с ними, а? Как? Вот овца подошла. И его, вот этого барашка, мать старая, она вот уже сказала, кормит малышей. Беленькая овечка, еще черненький ягненок. Вот от нее вот это. Уперся, трет. Смотрите. Ну, как это такая? Как собачка прям. Смотрите. Так, у нас, по всей видимости, отключили электричество. Не знаю, когда выложу этот ролик. Постараюсь выложить как можно раньше, но не знаю. Не трогаем, подошли к нему. Трутся, щипают меня. Они больно кусаются. Режут как бритвой. У них зубы. Только они посмотрите, только внизу. Вверху зубов нет. Вот этими зубами они кусают. Грызут все и кусают больно. Очень больно. Снова подошел, смотрите, этот подошел, смотрите. Видите, пытается меня на зуб попробовать. Вот эти два барана между собой не конкурируют, как бы, ну, особо так сильно. Был у нас рогатый, которую мы хотели продавать, зарезали и едим потихоньку. Тут, конечно, со всеми. Он был такой диковатый, не подходил, не подпускал к себе, как эти вот. И еще один рогатик остался. Тут тоже мне не нравится вот этот вид. В плане того, что он тоже диковатый. И маловат как-то, маленький. Я говорю, к малышу кушает. Не такого, что он не малыш, но кушает, видите. Оправдался, нашел свою мамку. Покушал, пошел дальше. Ты таких уже сильно не беспокоишься. Они уже сено едят, и все едят, и зерно едят. Картошку даем мы.
все, в общем, едят. Все корма, которые взрослые едят, и эти ягнята. Первый месяц, конечно, да. На молоке, считай, пробуют все остальное, но в основном на молоке. Белая, белая проснула. Видите, какая, какая она сильная. Мамку ищет. Вот, мамка вот повернулась, отозвалась. Видите, это тоже черненький, не стесняюсь. Вот, видите, черненький и беленький. Симпатюльки. Как ее, да? Боится. Это вот она чухать. А эти боятся. Ну вот так вот мы заходим каждый день сюда, смотрим. Комната вторая как бы не просматривается, в нее тоже заходим специально вовнутрь, не так, чтобы, знаете, накидал сено, воды дал и ушел. Надо и постоять, посмотреть, поразглядывать, как они себя ведут, какие они активны или нет, интерес у них есть к еде и вообще резвятся. Чтобы знать, в каком они состоянии находятся, нужно иногда заходить. Каждый день иногда заходить. Вот так вот, скажем. Так что не думайте, что специально залез, как этот непонятно кто шел. Кричит. Трется, метит, видите. Что, мамку потеряли? Вот у него здесь жировая залоза, видите, на лбу шишка. Шишка такая. Почухать ему надо шишку. Но вообще бараны не любят, чтобы по голове чухали. Ну, какая-то, какой-то ягненок пытался чужой подойти к овце. Она его бодала. Бывает еще такое, что